यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ब्रह्मकथा विगातः निशव्यमानं मनोदीनं मुमुक्षुरमतिं सतिं यच्छति वासुदेवे यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ब्रह्म प्रसादी प्रस्तूयते ब्रह्मकथा विघातः निषेव्यमानं मनोदीनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड दैट बॉन्डेड सोल नेचुरली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम Harikatha Kirtan. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что те, кто обусловленные души, они естественно хотят оградиться как-то от настоящей Харикатхи, настоящей Харикиртаны. Они хотят не участвовать в этом. Но будьте уверены, это трансцендентная апракрита Харикатха и Харикиртан, она может изменить полностью их жизнь, всю их жизнь. Она может полностью изменить, но они не осознают этого. Обусловленные души — это их естественная привычка. Они не хотят участвовать в общении с чистыми гуру вайшнавами. Они хотят находиться далеко от настоящей харикатхи, настоящего киртана. Настоящая харикатха и киртан — это значит, это то, что может дать, вложить сильное впечатление в ваше сердце. И многие, они не могут этого потерпеть, и они хотят уйти от гуру вайшнавов. Как, например, привидение. Как, например, привидение, они очень гневаются на тех, кто повторяет святые имена. И вот вчера вы спрашивали у меня, как и у кого принять прибежище. Много раз с разных писаний я приводил свидетельства, что вы должны принять прибежище у лотосных стоп такого вайшнава, как Шрила Прабхупад говорит, вы должны принять прибежище у такого возвышенного чистого гуру вайшнава, который всегда занят в служении, в севе. Тот, где все 24 часа занят в служении. Тот, кто всегда 24 часа в сутки занят в служении, в севе. И суть в том, Бхагаван Шри Кришна говорит, вы должны принять прибежище у такого вайшнава. Последние 3-4 года я говорю о сокровенном смысле гуру таттвы. Вы должны слушать то, что говорил раньше. И тогда вы сможете изменить всю вашу жизнь. Шабда Брахма и Пара Брахма. Шабда Брахма значит все Писания. Вы должны знать о том, что говорится в Писаниях. Вы должны иметь Сиддханта Гьяну. Вы должны знать ту Сиддханту, что приводится нам в Писаниях. Вы должны иметь хорошее представление об этом.
Парабрахма значит, он должен иметь отношения с Верховным Господом, которые полны любви. И таким образом Сагуру Мивабига Чет Самитапани Соутиам Браммаништам. Много раз Бхагаван Шри Кришна давал нам наставления в Упанишадах и прочих писаниях. Так много свидетельств он говорит о Гуру. И вы спрашиваете меня, если я приму прибежище у лотосных стоп Мадхья-Мадхикари, что случится, в чем проблема? И мой первый вопрос, почему вы выражаете ложное эго? Вы не можете принять прибежище лотосных стоп Вайшнава согласно вашим прошлым действиям. Баларам, Нитянанда, они будут вести вас, и в итоге, если вы достаточно искренне, вы обнаружите Садгуру, который вы встретитесь с Садгуру. У вас нет права искать Вайшнава во всем мире и принять прибежище какого-нибудь, как сказать, Вайшнава, которого есть. Какие-то качества, но на самом деле, согласно вашим предыдущим действиям, вашему накопленному сукрити, настоящему текущему сукрити, вы можете обрести силу прийти в соприкосновение с чистым преданным, и тогда, если вы обнаружите, что он чистый преданный, то это хорошо. Если вы не можете этого осознать, то в этом проблема. Подобно тому, я говорил об этой шлоке сатсанга, человек, он может обрести сатсангу. Не потому, что у него достаточно денег или еще чего-то, не того, что у него много власти или еще что-то. Но это происходит согласно его прошлым, прошлым действиям. И вот можно найти три категории вайшнавов. Каништа Адхикари, Мадхьяма и Уттама Адхикари. В 11-й песне Бхагаватам более подробно я расскажу. Но вы спросили меня, я отвечу на этот вопрос. Кипа, Баджен, Кипа, Майтри и Кипа. Упекша, каратуя саммадхама, ишваре тададинешу, балишешу дисасвича, actually, a three kind of category you can find. И вот есть три категории. Первые те, кто невежественны. For them he can для них give kipa. Гурудев может благословить их, то есть те, кто занимает какие-то более возвышенные положения, они могут иметь какие-то отношения, дружбу, а те, кто критикует, нужно избегать их общения. И вот особенность Мадхьяма Адхикари в том, Prema Maitri Kipo Pekha Karuti Yasad Madhyama. Is Madhyama, who is having three kinds of, you know, у кого есть три качества. Первое, тот он избегает тех, кто совершает оскорбления, а те, кто, у кого есть преданность Господу, он дружит с ними. И те, кто невежественны, ничего не знают, он может
благословить, оказать милости, благословить их, как-то научить чему-то. Это очень глубокая тема. Что значит милость? Это долгое время займет, но сейчас говорится о том, что Каништа Адхикари, есть три вида Каништа Адхикари. Первый уровень, второй уровень Каништа Адхикари и третий уровень. Наивысший уровень Каништа Адхикари. И также с Мадхьяма Адхикари, их тоже три уровня бывает. И вот если вы примите прибежище, как это произойдет, согласно желанию Баларама, согласно вашим прошлым действиям, и если это произойдет, то в этом случае, если этот гуру, он обладает идеальным характером, знает сиддханту, но осознание Уттама Адхикари на более высоко. Я не говорю, что если обнаружите, что вы приняли прибежище у Мадхьяма Адхикари, вы должны оставить его. Нет, я этого не говорю. Но вы можете спросить вашего садгуру Гурудева, можете, я могу ли я пойти слушать харикатху от того конкретного садху. Вы можете спросить его, если вам разрешит, если он настоящий садху, вы можете спросить его. Он скажет, что да, иди к нему, и тогда ты можешь знать настоящий сиддханту. И вот если такой гуру разрешит, но если это еще будет гуру, соответственно, если он разрешит, то тогда вы можете совершать баджан. Но если вы примете прибежище у Уттама Адхикари, это лучше, поскольку его прямое осознание, оно более глубоко, более высоко. Now, actually, Sabdev Parichari Snatham, I told you, я говорил уже, is having a что тот, у кого vast foundation, deep knowledge, кто глубоко следующ в писаниях, at the same time, и в то же самое время, you know, он имеет отношение с Верховным Господом. Now you can put и question before me, вопрос возникает. Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж, он не знал шастра, он не изучал шастра, но это глупый вопрос, вы не знаете. Может быть, внешне можно найти, что Горкишодас Бабаджи Махарадж не знает Писания, но Шрила Прабхупад говорит, мой Гурупад Падма, он знает суть всех Писаний. Шрила Прабхупад говорит, Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж, если вы будете пахтать весь все писания и ну, суть в том, что его Гурудев, Шрила Горкишодас Бабаджи Махарадж, хотя он не знает, внешне не читает шастра, но он знает их суть. So I can discuss all the details about who is Mahabhagavat. And who is, you know, еще есть преданные Махабхагаваты, Каништа Адхикари и Now I like to go back to the original discussion I was doing from Bhagavatam. Fifth canto. И среди них Джамбудвип наивысший, и согласно сейчас то, что мы называем Азией,
At present you are speaking like that, but maybe that time the geographical situation was different. Who can say? Но материки они могут менять свое положение и по желанию Кришны все движется. Мы не можем сказать, что сейчас спустя много и много лет произошло. Я могу сказать таким образом. Джамбудвип. И вот Джамбудвип. Jambudvip is actually we say Asiadip. Мы говорим, что это Азия, но может что что-то откололось и переместилось, поскольку вся земля она находится в воде в таком подвешенном состоянии. All you know lands. There is, you know, if you make four part, если все разделить, то три части в воде находятся. Single part is only land, and that even divided into different И то это разделяется. Okay, this is the condition. То есть, ну все движется, в общем, меняет свое положение. This actually they are like, you know, when you milk, you make hot. When milk boiling, after that when milk cool down, then you can feel one kind of cream. Например, когда вы молоко вскипятили, то когда молоко остывает, то там пенка образуется. И также эти материки, они подобны этой пенки на молоке, то есть если более глубоко под них погрузиться, то там воду мы обнаружим, что они как бы плавают на поверхности земли. И вот вчера я уже говорил, что весь мир он разделен на 7 частей. И Джамбудвип он в свою очередь разделен на 9 варш, на 9 частей. Илаврита Варша, Бхадраса Варша, вот Махарадж перечисляет их. Раманаке Варшо, Хиранмай Варшо, Куру Варшо, Кинг Пуруша Варшо, and this is Bharat Varsha, in which you are at present staying. Это Bharat Varsha, в которой вы находитесь. So this India, это Индия, Bharata, is you know most important. Она самое важное, это самое важное место. Bharata это кармакшетра. Кармакшетра значит. Кармакшетра значит это практическое применение ведических наставлений, оно возможно только в Индии. И согласно вашим действиям, вы получаете результат этих действий, результаты кармы. Я говорил, что это карма, а карма, викарма и также... Вы можете вспомнить, вчера я говорил о Джамбудвипе, который разделен на 9 частей и 9 различных варш, и каждый конкретный, и там поклоняются Господу в различных ипостасях, где-то Прахлад поклоняется Нрисимхадеву, где в какой-то Варахадеву поклоняются, в какой-то Курмадеве, Хаягриве Рамачандре, Наранарайне поклоняются здесь, в Бхарат-Варша. И таким образом, я вчера говорил те мантры, с которыми они поклоняются. Это очень важно. Now actually the Siddhanta here. И Siddhanta данная тут такова. You are very lucky if you are going to take birth in India. Что вы очень удачливы, если у вас есть возможность родиться в Индии в Бхарат-Варше. Описывается, что это кармакшетра. Дармакшетре, Курукшетре already in Gita first look. Yes, дармакшетра, Курукшетра в Гите говорится о них. Это очень важные шлоки, может быть, мы будем говорить, обсуждать Писание, а кто будет слушать, может, не сейчас, в дальнейшем они будут слушать, когда мы уже уйдем из этого мира, но все же мы должны обсуждать Писание, и вот это Бхарат-Варша, это место как Кармакшетры, где у вас есть возможность совершать Follow Vedic rules and regulations. Следовать ведическим
наставлением совершенным образом получать должный результат и вы очень удачливы, если вы сможете родиться в Индии, поскольку даже полубоги, они молятся Верховному Господу, о Господь. Если у нас есть достаточно сукрити, то в этой жизни, может быть, мы полубоги, но в следующей жизни мы молимся Тебе, чтобы Ты даровал нам рождение в Бхарате, в Индии, в Бхарадваше. И таким образом полубоги, они молятся Верховному Господу, о Господь, благослови нас. И таким образом описывается здесь. Сукло рахита Кришна варнино сарабдхена кармана дивьям андивьям бхаджан дивьо манусо нарко гатайо бхаво атмано ану пурвена сарвахи ева сарвишам види анте ятаварно виданам апаварго свапи бхавати. Because never mind. We honor everybody. Because we are following Chaitanya Mahaprabhu. Мы уважаем всех, поскольку мы следуем Чайтанья Махапрабху. Мы хотим выразить почтение всем. Те, кто приезжает с других стран, Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, они приезжают сюда, чтобы обрести бхакти, и из этого мы их уважаем больше, но люди, которые живут в Индии, они наоборот уезжают подальше из Индии. И поэтому мы уважаем больше тех, кто приезжает сюда, хотя они родились и живут за тысячи миль далеко от Индии, но они принимают Бхагавад-дхарму. Но вы не должны обижаться, но в Индии, только в Индии вы можете найти Варнашрама-дхарму. Варнашрама дхарма, она только здесь присутствует. И вот Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит, о Арджун, я был вынужден разделить это общество согласно варнам и ашрамам, чтобы и чтобы общество жило в согласии с наставлением Вед, поскольку Веды — это сам я, что такое Веды. Кришна говорит, что я — это Веда, но для многих это непонятно, и поэтому я вынужден был разделить общество на четыре варны и четыре ашрамы. В Сати-югу была одна варна. Хамса варна. И после этого Трата-юга настала. Подумали, что опять нужно разделиться, иначе никто не знает, каких обязанностей могли бы заниматься какими-то ненужными делами и отправиться в ад. И Кришна, он, Верховный Господь, он был вынужден разделить общество на две варны. И таким образом только в Индии можно найти разделение общества на варны и ашрамы. И вот только в Индии можно следовать совершенно образом варны и варнашрамы только в Индии. И поэтому это место называется Кармакшетра. И говорится, что вы можете получить результат согласно вашим действиям. Если вы занимаетесь всякой ерундой, вы отправитесь в ад, а если какой-то благочестивой деятельностью, то на высшей планете, соответственно. Сварабдхена кармана дивьо манусо нарко бхаджа нарко гатайо вахава атманам ану пурбена сарвахи ева сарвешам видьянте ятаварно виданам апаварго свапи бхавати. So
И вот в Индии, согласно сатва раджа и тамасу, люди занимаются различными действиями, и у нас есть право совершать карму, а результат этой кармы, он находится в руках Господа. И вот согласно нашим действиям мы можем получить разные рождения. Иногда люди рождаются как люди, иногда как животные, иногда в ад попадают или еще куда. Такова система. И в Индии, потому что в Бхарат-варше То есть согласно их действиям, люди могут достичь какого-то положения. Ashram also, no? What kind of ashram, you know? Brahmacharya, 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 Есть также четыре ашрама, вот ванапраста, грихастха, брахмачари и саньяси. И варны, шудры, вайши, кшатри и браманы. Но будьте уверены, что в Бхагаватам говорится, что полубоги, они молятся Верховному Господу, о Господь. Если мы вообще сделали что-то хорошее, у нас достаточно сукрити, то мы хотим родиться в Индии, поскольку в Индии, если мы родимся, мы можем совершать бхаджан. Nineteenth Adhyay, 20th Slok. Aho Vataisham Kimakari Sovanam Prasanna Yesam Siddhato Swayam Hari Jair Janamo Labdham Nishu Bharata Jire Mukundo Sebaupikam Sprihahina Aho Vataisham Kimakari Sovanam Prasanna Yesam Yesham Siddhato Swayam Hari Ahovati Ishan Kimukari Sovan, very nice. Because, you know, Supreme Lord become very happy. Joy вот Верховный Господь, Он будет доволен нами. Что у нас есть желание обрести вечное служение в Мукунде. We like to get seva. Мы хотим обрести служение, и поэтому все полубоги, они молятся. Кимакари сованам прасанна есам сидто свайам хари джайр джанмалавдам нишуварта джире мукунд сева упоикам сприхайна. We like to, you know, и вот мы хотим родиться в Бхарате, и тогда мы можем совершать бхаджан. Индия — это то место, где это возможно совершать, и вот мы хотим. И теперь это зависит от тебя, поскольку результаты наших действий в твоих руках. И поэтому в Гите также можно найти. And also those эти слова и полубоги, они поют, воспевают славу этого места. Вы должны находиться в том месте, где Гуру Вайшнава воспевает славу Верховного Господа. И мы, если у вас слишком много наслаждений, как на райских планетах, но нету саду-санги, нет харикатхи, и что же там делать? Преданные хотят оставить такое место, где нет харикатхи, и поэтому полубоги, они говорят. Наятро вайкунта катха судха пага
но садову Бхагавата стадастрая, на ятра вайкунтха катха судапага, но садову Бхагавата стадастрая, на ятра йогье самака махотсава, суреша локо йопи на вайса севватам. If this is heaven, still, если это даже райские планеты, то саду, он не может там находиться. Он хочет оставить сразу это место. И там, где нет нектарной харикатхи, Суда значит нектар. Нектар. И те великие преданные Парамахамсы, те, кто приняли прибежище у Кришны, если они, их нет там или нет яги. Наятро йогьеса макха, йогго ишо, мане йогго пури, йогго ишо, йогго пурушо, for him there, if there is no yogya. И вот если нет яги, разные виды яги. Then yoga, everything, rajgo, but bhakti yoga. We mean here bhakti yoga. Ну, здесь имеется в виду бхакти йога. Поскольку махотсав, мы можем... понять это так, что та ягья является махотсавом, на которой совершается харинам санкиртан. То есть разных слов можно... разные значения получать, поскольку Бхагавата, она превосходная, и те, кто пишет комментарии, они дают различные представления, идеи, они все правильные, поскольку все они самоосознавшие себя души, и по милости Кришны они дают различные комментарии к Бхагавата, и все это прекрасно. Как, например, бриллиант, если посмотреть его, он попадет в лучи солнца, и и все, кто видит его с различных углов зрения, они будут видеть, что этот один бриллиант, он выглядит по-разному со всех сторон. И все это правильно, все это хорошо. И поэтому говорится... Наятра йогьи самака махотсава суреша локо йопи на вайса севватам. 23 шлока. 23 шлока. So суреша локо mean if the it is if it is the if it is heaven. Даже если это райские планеты, которые поддерживаются Индрой, то мы не хотим быть там. Мы хотим оставить это место. This is the, you know, это то, что можно обрести здесь, эту особую возможность. И вчера я говорил, согласно времени, месту и обстоятельствам, то есть материи, время, и также... Здесь описываются различные ады, согласно вашим действиям, вы получаете результаты, кто может остановить это, поскольку каждый он получает результаты своих действий. Это должно случиться, никто не может избежать. Good and bad activities you are doing. Хорошие или плохие действия, которые вы совершали либо совершаете, то есть результат. That is stored. Previous life you doing, that is there. You know, like, you know, memory fading in your computer, you fed memory is already there. So you get now this life. You can get. В этой жизни вы получаете результаты своей прошлой жизни. Может там чуть-чуть отличаться из-за каких-то влияний.
So this way you are going to get result. Nobody can avoid it. It's a must. Now in there is geographical situation here. Никто не может избежать этого, поскольку это должно случиться. How time divided? And now we are coming to the position 16. Шадовингшо дхай, actually. И вот следующая 26 глава. Адхай, actually. Here we find. Здесь мы находим. Парикшит Махарадж asking to. Что Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева: О Гурудев, мы слышали об аду. О Гурудев, we heard about hell. О аде. Is it really? Это правда? Is reality here? Если такая реальность, и если есть, то где находится оно? Raja Uvacha, Rajan asking, number 4 shloka, 26 chapter. Naraka, Naraka naam Bhagavan king desho vishesha, athava vahis trilokyaha. Ahoshit antaral iti. Where is this narak? И где это нарака? Where? Hell, hell. Где этот ад находится? Я хочу знать. Очень интересно, мы слышали о нем. Где он? И разные виды нараки. Нарак. Здесь, в этом материальном мире, или где-то еще вне нашего взгляда. Нарака нама Бхагаван кинг деша вишеша. Нарака. Атва бахистрилокья. Maybe саргаматта падала outside some place. Может это где-то за сварга или еще где-то. Антаралити. Оки секрет плес. Или. Нау Сукадев Госвами is speaking. Еще где-то. It is actually. И Шукадев говорит. In this world you can find south direction. Можно, есть южное направление. Ниритким оно дакхин пасчим. Дакхин на пасчим. It's written here actually. If you follow 99 jojon, 99,000 jojon. И вот если в этом направлении 99 тысяч южон пройти. 99,000 jojon if you go deep direction. And there actually. И там над поверхностью воды можно и вот эта земля, она находится на поверхности воды, и там, где эти адские планеты, в общем, это 99 тысяч йоджан в южном направлении, и там различные виды адов находятся там, что согласно тяжести ваших прегрешений, вы получите какой-то конкретный результат, и таким образом... Разные виды адов описываются. Калосутро, Осипатро, Вано, Сукармук, Андо, Куб, Кримивоян, Сандамса, Тапто, Сурми, Баджарокут, Кантак Салмали, Байтарани, Пуйодо, Пранарод, Бишашан, Лала Бхакшо, Сармиядану, Абичи, Айапан, different kind of, you know, 28 different kind of, you know, вот 28 разных, как сказать, подвидов ада существует. И вот если вы делаете какое-то греховное действие, для каждого есть свой ад. И сейчас следующая песня Бхагаватам, 6, 1 стих, 1 глава, 1 стих. 6 canto, first odhai, first chapter.
Parikshit Maharaj is asking. И Парикшит Махарадж спрашивает о Гурудев. How different kind of jivatma they are giving different kind of punishment? Разные души получают разные виды наказания. Это все? Они могут быть очищены с помощью этого наказания или еще что-то нужно? Nibritti marga kathito ado bhavata yatha kramo yogo polavadena brahmana sadhu sanskriti. Actually, you told. И вот вы говорили, что Прабрити Марг и Нибрити Марг. И согласно Нивритти Маргу, если вы хотите развить непривязанность, отречение, если вы достигли успеха, то тогда можете возвыситься на более высшие планеты. Но Нивритти Марг, но это о Прабрити Марг, мы хотим узнать о Прабрити, что и как. Поскольку в Прабрити Марге у вас есть желания, вы не можете избавиться от них. И согласно вашему инстинктам, вашему правлите, значит, инстинкт буквально. Инстинкт, вот, например, тигры, для них они едят плоть и кровь. Они для них это, как сказать, естественно. И вот согласно своим инстинктам, своим желаниям. Поскольку в Прабрити Марге они двигаются согласно их желаниям, и тогда, если они наказание получают, что все и что дальше, потом что-то хорошее получат? Нет, Прабрити Марг очень опасен. Поскольку на Прабрити Марге вас вы действуйте согласно влиянию ваших прежних самскар, и никто не может остановить этого. И царь спрашивает. Говорится здесь, Шукадев Госвами так много вещей говорит, и после этого Парикшит Махарадж спрашивает, что те люди, кто совершает грехи, как? Телом, умом и речью. They are doing papa how body. То есть грехи совершают телом, умом и речью. Now Parikshit Maharaj asking in front of Gurudev. И Парикшит Махарадж спрашивает: О Гурудев. Though according to their past bad activities, according to their pop. И хотя согласно их прошлым действиям они получают последствия этих грехов, иногда они попадают в ад, иногда в рай. Но есть ли какое-то вечное решение для этого? Как освободиться от этой деятельности ради ее плодов? И Парикшит Махарадж спрашивает. Дришто сузадьям яд папам жанан опиатман ахитам кароти вио вивасаха праштиттам атхокатам. 9. First chapter, 6th canto, first chapter, 9. Дришто сузадьям яд папам жанан опиатман ахитам кароти вио вивасаха праштиттам атхокатам. Expiation. И вот праящита, как в христианстве, есть такая традиция, они занимаются грехами, потом идут к этому папу, ну как сказать, священному, ну, христианскому этому
священник как грубо, но к папу, в общем, идут, там очередь, они рассказывают, какие грехи они совершили, и потом им индульгенцию выписывают, но это не правило, это не научно. This is not a scientific procedure. You know. Вы знаете. So дисто сутабьям жат папам жанан нопи атмана хитам. Sometimes. Что иногда те, кто совершают грехи, они знают, что это плохо. Sometimes they are knowing. Иногда они даже знают, что это плохо. Я не должен делать это, но они не могут остановить себя от совершения этих грехов. They know this bad. Они знают, что это плохо. Я не должен делать это, как Дурьотха. Janami dharmam nachami pravritti. Janami adharmam nachami pravritti. I cannot stop myself. Я не могу остановиться совершать того, что я делаю, и то, что мы видим и слышим. Любые грехи мы совершаем осознанно или неосознанно, это плохо для нас, знаю даже. Но все же. Вибасаха значит, снова они совершают ту же самую ошибку. Вибасаха, вот это слово значит, что подобно привидениям бесконтрольно. Они вынуждены делать это опять, как Арджуна, например, спрашивает Кришна, почему люди совершают какие-то греховные действия? Почему и как? Они совершают такие действия. И Кришна отвечает, что ваш ум, тело, материальный ум и материальное тело. Они толкают вас, и вы делаете это. И кем? Кто их вдохновляет на эти дела? И Кришна говорит. Камо ешо, кродо ешо, раджо гуно, самадбхава, Камо ешо, кродо ешо, раджо гуно, самадбхава, махасана, махапапна, биддинам, енам, байдинам. Они наши враги. Арджуна спрашивает, кто толкает нас на эти дела, почему они вынуждены заниматься этим. И Кришна отвечает, Арджун, на самом деле, кама, кродха, раджогуна самадбаваха, махасана махапатна, виддинам, энам, байдинам. It is your own enemy. Это ваши враги. Почему вы ищете врагов снаружи? Wasting your time. Теряете время на это. Враги, они внутри вас. Enemy is there. Your good self is... Ваше «я», если у вас есть... If your good self is favorable, then it is fray. Если ваш ум он подконтролен вам, он ваш друг, а если нет, то ваш враг. Дисто срутабьям жат папам жанан нопи атмана хитам кароти хуйо вивасаха прасчитта атхакатам. So Gurudev, you are not describing about прасчитта expiation. Говорите о прасчитте, о искуплении. В Индии раньше и даже сейчас можно где-то найти, что некоторые очень строги. Даже до сегодняшнего дня, если они едут в какую-то иностранную страну, едут, то потом им надо совершить, как сказать, прасчитту. И вот в Мадхачарья, в месте Мадхачарья в Урупи, какой-то ачарья
поехал на Запад без разрешения старшим, видимо. И потом, когда он вернулся, все другие ачарьи, они решили его, как сказать, выгнать. Actually, the best expiation is Harinam. Лучшая прощита – это Харинам, это заключение всех писаний. Буддиманта Кан, вы знаете про него в Чайтанья Чаритамрите. Он был царем, мусульманский царь был Хусейн Шах, он был вынужден. Напоить его водой, силой, чтобы он потерял свое положение и стал падшим. Но после этого он спросил, и что же делать, какого обрамана, какого искупления, что я должен сделать, чтобы очиститься. Он отправился в Варанаси, а они сказали, что ты должен выпить раскаленное масло и оставить свое тело. Такое искупление. Но Шри Чайтанья Махапрабху говорит, нет, ты можешь повторить Хари Кришна, и этого достаточно. Это лучшее искупление всех грехов и всех последствий. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, и как это искупление. Then how, expiation, prashchit, you cannot, expiation means if you are doing any bad activities, then you will have to suffer, purposely. Expiation means, prashchit, the meaning, if you have done wrong, so you will have to purify, purification, потом совершать какие-то аскезы, брать на себя какие-то трудности, чтобы очистить себя. Искупление по-русски или как-то так. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, это научно или нет? У меня сомнения, как это научно вообще, поскольку когда они совершают, пытаются замолить свои грехи, они потом опять занимаются тем же самым. И поэтому, как это, но научно, если они занимаются тем же самым после искупления таких грехов. И Парикшит Махарадж сказал, десятая шлока, и Парикшит Махарадж говорит, о Гурудев, иногда они принимают решение не совершать такие же оскорбления, но мы видим, они опять занимаются тем же самым, тот же самый грех совершают. И вот как это может быть научным, это бесполезно. Подобно тому, как слон, он может там омыться в каком-то прекрасном водоеме, а когда выходит из этого водоема, он берет пыль и посыпает себя пылью. Это всегда можно видеть, что слоны после того, как они омылись, они выходят на сушу, берут пыль и посыпают себя пылью. И таким образом такое омовение бесполезно. И Бадрайни Шукадева Госвами говорит, да, ты прав. Это не научная практика, но без писания они предписывают, и поэтому люди следуют. Прасчитто is not, you know,
100% scientific, it's not scientific. Рассчитано не полностью научно. So, кармана карма нихаро нахи аттанти канишате. Because you are doing karma, поскольку вы совершаете карму, by karma you и с помощью этой кармы вы не можете избавиться от результатов кармы. Запомните, если вы совершаете карму, карма, она не может избавить вас от другой кармы. Только результаты, они увеличиваются. Вы делаете одну карму для чего-то определенного, а что-то другое для третьего. И таким образом вы только... You are making a network, you see? You are making a network, nice network like Spider-Man. You can himself become confined in anxiety. Вы плетете сеть из своих желаний и кармы, и в итоге сами можете быть пойманы в эту сеть. Prasthito is not scientific. How we can do tapas, do different kind of expiation, like tapasya, искупление есть. Вот это аскеза, как, например, Чандрайна врата. Если вы сделали что-то плохое, нужно что-то хорошее сделать, чтобы получить какую-то поблажку за свои действия. И в ведах это называется прасчита, и описываются виды прасчит. Тапася, брахмачарья. Domino, someone antarindriya sangyam, internal, you know, checking, internal checking, you know, of, you know, controlling of your sense organ. Domino, external sense organ, контроль органов чувств, это домена называется тягена, отречение от чего-то, непривязанность развивать. And you are, you know, always following shaktya, shaktya, you know. Сатья значит, сатто саучабхьям means, вот эти слова значит сатья, you can take bath in Ganga, everything, purify yourself, саучабхьям. Ну, принимать омовение в святых местах, в Ганге, например, яма, это обеты, которым нужно следовать, не ямы, это какие-то предписания, которые... Процедуры, которые в шастрах описываются, и таким образом это можно делать, но это не вечное решение, не постоянное решение. И суть в том, как, например, зимой можно найти туман. В Индии имеется в виду, и когда это туман, то солнце не видно. You cannot see what is there. You cannot see. It's covered up by fog. Это все покрыто туманом, но когда солнце восходит и под лучами солнца туман рассеивается, и также. This kind of expiation prasthita is not scientific at all. Хотя эти прасчита не научные, но все же. Кечит кевала бхактия васудева параяна агам дунанти краснено нихар мева бхаскара. Same example given here. It is 15 number sloka. Кечит кевала бхактия васудева параяна агам дунанти краснено нихар мева бхаскара. И когда солнце восходит, то автоматически мы можем найти, что тьма, которая была образована туманом, она уходит. И поэтому чистая преданность лотосным стопам Васудева, она может, агам значит грех. All your sin can be cleaned. Они могут быть очищены только с помощью преданности бхакти.
лотосным стопам Верховного Господа, это зовется Кевала Бхакти, чистая преданность. И Бадрайни Риши Шукадев говорит. Сукдев Найс Сиддханта speaking. Но татахи агаван раджана пуе татапа адиви ята кришна арбита пана татпуру шани шевая. Но татахи агаван раджан пуе татапа адиви. Хе раджан, парикши, it is not at all possible. Это невозможно для обычного человека, который совершает различные искупления, совершает различные прощиты, они не могут очистить себя. Но человек, который думает о лотосных стопах Шри Кришны, тот, кто посвятил Кришне все, кто имеет сильное чувство, любовь к Кришне. Кришна имеется в виду Верховный Господь, то есть на форме Рамы или Нарайна или еще кого-то, то есть где Кришна говорит, что если мы произнесем имя Кришны, то уже все другие блага от произнесения имен других аватаров мы обретем автоматически, поскольку все исходит из Кришны. И поэтому, где говорится Кришна, то благо от произнесения других имен аватар, которые исходят из Кришны, мы его тоже обретаем. Топо адиви имен топо, топ мани тапасья, you see? Тап значит тапасья. Таким образом, с помощью этого люди не могут очиститься так, как преданный может очиститься с помощью преданности лотосным стопам Кришны. Ята Кришна Арбита Прану Татпуру Шани Севая. Кришна Арбита Пран Татпуру Шани Севая. If you can serve Guru Vaishnava, если вы можете служить Гуру Вайшнавам, вы тоже обретете результат. You have your heart. You already give. Вот эти слова значит, что если у вас есть сердце, если вы посвятили его лотосным стопам Кришне, либо Гуру и Вайшнавам, это очень хорошо. Арекшитто прасчиттани чирнани нараяно парамнукам нон испананти раджан суракумбо мивапагаха. Хе раджан, Сукдев Госвами speaking, хе раджан. И вот Сукдев Госвами говорит о царе. Сукдев Госвами speaking, хе раджан. Прасчиттани чирнани нараяно парамнукам. This different kind of различные виды прасчит предписываются, которые, но они не научные. Поскольку для тех, кто отвернулся от Кришны, то есть те, кто не заинтересованы в Вишну, его служении ему, они не хотят этим заниматься. И такие, они что для тех, кто отвернулся от Нараяны. Прасчиттани чирнани нараяна паранмукам нон испананти раджандро, хе раджандро, anyway, о царе, так или иначе, они не могут быть очищены, их сердца не могут быть очищены, поскольку они отвернулись от Кришны, либо против Кришны. So naturally, like a bottle, some wine is there. If this bottle, if you wash again and again,
как, например, бутылка, в которой было вино, вы можете мыть ее, но для Кришнасевы нельзя ее использовать, понимаете? Если у вас есть какая-то бутылка, какое-то вино там было, то если вы ее будете мыть, то толку нету, нельзя использовать ее для служения, это не очищено вообще никак. तद्भटान सपने योगी पश्यन्ति ही चिरन निष्किता सकीद मनः कृष्ण पदार विन्दयोर निवेशितं तद्गुण रागी जैरिहो नौते अमं पासु व्रतस्चो तद्भटानो सपने योगी पश्यन्ति ही चिरन निष्किता Sakrit mani one time. Sakrit. Sakrit значит, если однажды. One time. Once. Mind is attracted by Krishna. Наш ум привлечен от красотой Шри Кришны. By the qualities and the beauties of Krishna. Его качествами, его красотой, если мы привлечены ими, то тогда даже во сне. Those Jamduta, Yamaduta, те посланники Бога смерти, Яма, они не могут прийти к вам. Даже во сне вы не можете видеть Ямадутов. Сакит, one time you considered mine. Если один раз я скажу, что он мой, и один раз я привлекусь Кришны. И вот, чтобы доказать это, Шукадев Госвами говорит, о царь, я расскажу тебе историю. Это не какая-то сказка, а именно то, что было. И Шукадев Госвами говорит, अत्रो चोदाहरण्ति मिथ्याहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुजमयो संवादुस्त्वं निबोधमे अत्रो चोदाहरण्ति मिथ्याहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुमयो संवादुस्त्वं निबोधमे 20 श्लोक नंबर 20 Now I am going to give one historical evidence. You see, here, Rajan. Long ago it happens. You know, long ago. И вот однажды очень давно. Дутанам Вишну Ямаю, Ямдут. Ямадуты и Вишнудуты. They discussing something. Они что-то обсуждали. That discussing very vital. Очень важные. So now how this discussion took place? What was the situation? Обсуждение возникло. Почему? Я расскажу тебе подробно. Now Kannu Khubje Dijaha Kastit Dasi Pati Rajamilaha Namna Nastu Sadacharo Dasya Sansargu Dushita 21 sloka. कान्नुकुब्जे दिजह कश्चित आसित दासी पति राजा मिला कान्नुकुब्जो वन प्लेस и вот в одном месте Каннукубью как-то так был такой браман, его звали Аджамил, он происходил из прекрасной браманской семьи, и он так или иначе получил дурное общение с какой-то проституткой. That's why he developed и поэтому он развил плохие качества, он потерял свои
предыдущие качества брахмана. И вот он так или иначе был вынужден общаться с этой проституткой, и он потерял все. Now he was what he was, you know, in bondage, strong bondage. Someday, he is, you know, now at present actually 80 years of age. И вот ему же было 80 лет. Он 80 years of age. You see at present 80 years of old. Actually, his old, you know, the oldest, you know, the young. И вот один из его самый младший сын. Somehow his name was Narayan. Его назвали Нараяной. His name was Narayan. You see, he keep the name of his youngest son is Narayan. Сабче чоту. So this way, one day. И таким образом однажды. He is doing all bad activities. Он stealing. Воровал. And cheating. Обманывал. Играл в кости. Somehow he is going to earn money, and somehow he is going to earn money and controlling his own family. И как-то он зарабатывал деньги и содержал свою семью. И описывается, что у него была прошлая. Very nice family, high family. Жена из очень высокой семьи, но все же он потерял всю чистоту, оставил жену. До этого он был очень... Он слушался своего отца и мать. Он отправлялся в лес, чтобы собирать цветы, плоды для поклонения Нараяне, Шалаграм Шили. Он был классическим браманом, но однажды, когда он возвращался из леса, он увидел в одном месте, какая-то проститутка, она была с каким-то, как сказать, с каким-то таким плохим человеком. Они наслаждались, и он увидел это, и Читта, подобное это сознание, то есть он это запомнил, это отложилось в его сознании, и он... У него появилось желание завладеть этой проституткой, и он думал об этом. И он однажды потерял свое терпение и пошел к этой проститутке, и не только это, он оставил своего отца, мать, жену, свои действия, но свои обязанности брахмана, и он начал жить с этой проституткой. So many children, и у него было много детей от нее. So many children took birth. But somehow, но так или иначе, младший сын, его имя было Нараяна. So now one day, и однажды, когда он был болен, он уже практически оставил тело, Ямадуты пришли, чтобы схватить его. И он произнес имя Нараяны, поскольку его имя было, у его младшего сына было, его звали Нараяна, он начал звать Нараяна, и из-за страха, что Ямадуты... Они пришли, он испугался и начал звать своего сына. Он: «Нараян, спаси меня».
и Вишванатха Чакравати Пад и другие, те, кто пишет комментарии Бхагаватам, они говорят, что тот день, когда он начал повторять Нарайана, поскольку имя его младшего сына было Нарайана, говорил Нарайан, иди сюда, Нарайан, пойдем туда, садись, пойдем, и вставай и прочее. Он повторял имя Нарайаны. И говорится, что младший сын Нарайан, он был самый любимый у него. Он всегда любил его, обнимал, всегда был с ним. И на каждом шагу буквально он звал Нарайана. И первое, когда тот самый день, когда он начал повторять имя Нарайана, осознанно или неосознанно он повторял имя Нарайаны, Кришны, Рамы. И что случилось тогда? Это очень благоприятно повторять имя Нарайаны. This way, и таким образом, Санкет, это указание такое. Also, if you speak in Naran, hey, if you go to Naran Sarovar, there you can find 11 o'clock, you can find me there. Indication. А, ну, имеется в виду, если просто какой-то место называется там Наран Сарова, например, и договорились там с кем-то о встрече, как бы Наран, там как бы рядом не было, но это место называется Наран Сарова, поэтому люди его повторяют. Кто-то говорит Нарайана, что Нарайана разве может все сделать, ты должен там работать. Ну, кто-то шутит. И вот в этой шлоке говорится, что имя Вайкунтхи, оно так или иначе даст вам результат его повторения. Вайкунтха нам anyway going to give you result knowingly and unknowingly. Now actually when Ajapin started speaking. И вот когда Аджамил начал говорить, Narayan, go on speaking, calling. Hey, son, Narayan, come here, sit, Narayan, go with me. This way, first. И таким образом, только тогда, когда он начал повторять имя Нараяны, Намабас, поскольку вы должны понять, что такое Намабас. Вы должны понять, что такое Намапарадха и что такое настоящее святое имя. Очень внимательно слушайте, когда вместе с Самбандхагьяной вы обрели знание о Самбандхе, ваших отношениях с Верховным Господом, но все же вы занимаетесь какой-то ерундой, я кратко говорю. Есть много того, что хочу обсудить, но не все успеваю. И вот кратко. So now, actually, тогда, it is called actually. Это зовется. When you are getting когда у вас есть самбандхагьяна, вы уже слышали, о, но все же вы совершаете как какие-то недостойные действия, это намапарадха. Но когда с полной самбандхагьяной, вы повторяете имя Хари Кришны всем своим сердцем. Это зовется Намой, настоящим Намой, святым именем. Но если у вас нет никаких отношений, связи с Верховным Господом, вы не получили, ну, как бы самбандхагьяну, нет, нет кого,
мантру не получили, но повторяйте мантру. Это намабхас называется. Намабхас, он может освободить вас от влияния материальной природы, от влияния материи. Намабхас, он может даровать мукти. Какой мукти? От материальных оков. И с помощью намабхаса вы можете избавиться от влияния материи. И намабхас, он может освободить вас от всех грехов, которые вы собрали прежде. Намабхас это все может сделать. А когда вы повторите настоящее святое имя, вы обретете прему. И таким образом Вишванатха Чакраварти говорит, когда он начал повторять о звать Нараяну, Нараян, как ты там поживаешь, как то и как все, и он весь день повторял имя Нараяна, и первое, когда он только повторил это имя Нараяна, он избавился от последствий своих прошлых грехов, но все же он опять теми же грехами занимается, не может прекратить. А если самбандхьяна, если вы используете харинам для каких-то плохих действий, это называется оскорблением. Например, какой-то человек, он owner of a factory of food processing. Фабрика какая-то по производству еды. Is a owner, but every day he is giving some rubbish thing inside his container. Добавляет какую-то ерунду. Adulteration. Как сказать, подделкой занимается, добавляет какие-то. Как сказать, нечистые вещи или, в общем, подделкой занимается. И таким образом, если он от какого-то сада слышал, что если он будет повторять харинам, то он делает те же самые ошибки, те же, как сказать, прегрешения и повторяет харинам, то это вы пашанди можете стать. И вот гуджарати из богатые марвари, они занимаются всякой ерундой, а потом на своей машине едут в Харидвар, принимают омовение в Ганге, чтобы очиститься от тех грехов, которые они всю неделю совершали. И вот возвращаются назад, опять с понедельника занимаются тем же самым, что и всю неделю. И поэтому, когда Аджамила, он был вынужден произносить это имя Нараяны, то он избавился от всех предыдущих грехов. И вот он повторил имя Нараяны, осознанно или неосознанно. И вот постепенно, смотрите, это намабхас, он освободил его от материального рабства. Это очень такая сокровенная, секретная процедура изнутри, которая происходит. Например, кто-то плачет, что я, у меня я там связан цепью, ему тяжело, хочет освободиться. И кто-то разрезал эту цепь, но человек все равно страдает. Нет, подожди 5 минут, сейчас я разрежу, распилю эту цепь. И вот пока эта цепь полностью не распилена, вы то же самое чувствуете. Когда наполовину оно уже распилено, вы все равно чувствуете это чувство. То есть до тех пор, пока это зависимость, материальная обусловленность, оковы, они не спадут. То есть Аджамил, он пока не повторил харинам. По-настоящему у него не было самбандхьяны, и поэтому специально его не повторял. Да, так или иначе, у него случайно получилось. И он
очистил свое сердце неосознанно. И во время смерти, когда он somehow for a fraction of second, he got the feeling of that Narayan. Because anyway he was pure Brahman. Когда перед смертью он звал Нараяну, он получил какое-то представление о Нараяне, какой-то проблеск. Он до этого он был чистым Брахманом, поклонялся Нараяне. И любое служение, которое вы раньше сделали, оно не оставит вас. So when speaking, when вот когда они говорили Ямадута, когда пришли, он из страха повторил имя Нараяны, то тогда внезапно он вспомнил Нараяну на какую-то часть секунды, так или иначе, случайно. И Ямадуты, они пришли, чтобы забрать его, и когда он повторил имя Нараяны, то Вишнудуты явились там. И остановили их, не трогайте. Почему? Смотри, бандит, криминал занимается только грехами. Мы пришли по указанию самого Ямараджа, вы знаете, вот там мы знаем. И вот мы от Ямараджа пришли, а вы глупы. Пришли от Ямараджа, от Махабхагаваты, но вы не знаете, что такое дхарма и адхарма. Почему? Как он занимается грехами? Нет, вы не знаете. Вы не знаете ничего про него. И этот, когда они начали спорить, Ямадуты, Вишнудуты, что такое дхарма, что такое адхарма. И в 29 шлоке говорится: «Дуре киро накасактам путрам нараянай ахавайам плавитено сарена уччайра ajuhava kulendriyaha dure kiranaka saktyam putram narayanaya narayana ahavayam plaviteno sareno uchair ajuhava kulendriya vyakulendriya. He become very nervous and very loudly plavito so thinking. И он очень испугался и начал кричать имя Нараяны. И здесь, услышав имя Хари, все его спутники пришли, чтобы помочь ему. И когда Ямадута они тащили душу из тела, из его тела, Яма прещано Вишну дута бараямасу ужаса. Ужаса means forcefully. Hey, don't do it. Ужаса значит силы. И вот Ямадута они пытались вытащить душу из тела. Это значит, когда пришла смерть, атмана исходит, и Ямадута они вытаскивают ее. И в то же самое время Вишнудут coming and stop, don't do it. Вишнудуты пришли, сказали, что не делали этого. И Вишнудуты начали возмущаться, что они всю жизнь занимался грехом, зачем вы нас останавливаете? И вот они начали спорить. केजुयम् प्रति प्रतिशेद्धारो धर्मराजस्वशासनम् Who are you to cut the instruction to disobey dishonor the instruction of Jamaraj? Who are you? Повиноваться указаниям Ямараджи. И вот они сложили руки и говорят с почтением. Juyankin Siddhavitva Sattama
Откуда вы все пришли и зачем? Зачем вы? Мешаете нам заниматься нашей обязанностью? Вы что, Упадевот или еще кто-то? Sarve paddo palashaksha pito koushya vasasa, like Narayan, golden color. И вот они, very nice. Эти я Вишнадуты, они выглядели как сам Нарайна. Киритина кундулино ласат пускоро марина паддо гарленд падмафул. Sarve cha nutna vayasa, very young, you know, you are looking very nice. Sarve charu chaturbhuja, all four hands. And different kind of astra, dhanur nishangyasi gada sankho chakram bhujo sriyaha. Disho vitimira lokaha kurvanto seno teyosa. By the light, и свет, который исходит из вашего тела. Light coming itself, emitting from the body of those Vishnudutta. And there is no darkness at all. И поэтому нету тьмы. Это они так прославляют, видимо. Сено тейюса, кимартам дхармапалассо кинкарано но нишедато. А мы слуги Ямараджи, что вы нас останавливаете, какова причина? И Шукадев Госвами говорит, он отвечает, и Вишнудуты, они начали говорить очень жесткими словами. Если вообще вы все слуги Ямараджа, поскольку Ямарадж, он Дхармарадж, я хочу спросить у вас, что такое Дхарма, что такое не Дхарма, и Адхарма. И Вишнудуты говорят, Jaccha dharmasya lakshana. If you are the servant of, если вы слуги Ямараджа, то вы должны знать о дхарме и о адхарме. Говорите, я хочу знать. Адхарма, what is адхарма, what is дхарма? Что такое адхарма и дхарма? Мы хотим узнать, как вы можете наказывать, когда, в какой ситуации, кого. Вы знаете это все? Кого вы можете наказывать и как? Рассказывайте. Но они не могли ничего сказать. Only Jamduta speaking. Только Ямадуты сказали. Only this answer given. Actually, we heard when somebody following Veda perfectly. Мы слышали, когда кто-то совершает, следует Ведам совершенным образом, это называется дхарма. Если кто-то делает против Веды, это адхарма. And also we heard. И также мы слышали. Vedo Narayana Sakshat. Vedo is Narayan. Vedo is no other than Narayan. Что Веда – это никто иной, как сам Нарайна. This way given argument. After that, this Vishnuduta speaking, you don't know. После этого Вишнудуты говорят, вы не знаете, что во время смерти he was speaking the name он произнес имя Хари Нарайны.
At the time of death, at the time of death, he was just speaking Narayan this name. So all expiation done. И это искупило все его грехи. Он совершил все прощиты уже одним именем Хари, именем Верховного Господа, все грехи они сжигаются. И таким образом, смотрите, и Вишнудута и Ямадута они так обсуждали. И Аджамил, он лежал на смертном одре в своей постели и слышал все. Atma from body, Vishuddhuta coming, you know, resisting them, hey, don't do it. All he watching, what is happening? Everything. Watching. All the discussion took place between them. Говорил и after that, you see, when the discussion is over, слушал, что они говорят, и после того, как they are fed up, это все Ямадутам надоело, они отправились на Ямалоку. И спросили Ямарадж Махараджа, что мы всегда исполняем твои указания, но сегодня проблема. Случилась такая ситуация. So we are actually puzzled. И мы озадачены, не знаем, что делать дальше. Now, Ajamil, и вот Аджамил, то есть они не смогли душу из его тела вытащить, и Ямадуты, и Вишнудуты. Они пришли туда, Аджамил сел на кровати. Because Atma not going. And all sinful activities are gone. Он знал, что атма не уходит, а грехи, он может избавиться от них. Вот в этом киртане говорится, что когда вы примите омовение в Ганге, тогда вы очиститесь. А один даршан вайшнава он сразу очищает. И вот Вишнудуты пришли, и Аджамин он смотрел, как они себя ведут. И после этого он освободился от всех материальных проблем, поскольку он увидел преданных спутников Господа. И даже только Намабас может избавить нас от всех грехов, он еще и преданных видел. И это он как бы получил посвящение, один из видов посвящения. Например, кто-то спрашивает, кто Гурудев Аджамила, и как Аджамил стал успешным. Кто его гуру? Они глупые, не знают сиданты. Эти Вишнудуты, они его гуру, поскольку он слышал о славе Харинама от них. И это естественно, они его гуру. И после того, как он услышал славу Харинама, Аджамил, когда он вернулся к жизни, что я спасен, он принял решение оставить сразу то место, вот прям здесь и сейчас. Когда вы защищены Ямадутом, Вишнудутом, он был спас Вишнудутом и принял решение оставить эту ситуацию, свою жизнь, такую плохую жизнь сразу же. В тот же момент он отправился в Харидвар и начал совершать баджан. Поскольку он уже слышал о славе Харинама, о Шиши Гуру Гауранге, он повторял эти святые имена. И это и зовется посвящением, инициацией дикши. Я уже говорил вам, как Парикшит Махарадж получил посвящение от Шукадева через Бхагават-катху. Развить самбанти, обитые прайоджан дьяну, это и есть настоящая дикша. Шукадев Госвами отвечает на этот вопрос. Парикшит Махарадж спрашивает. Это то же самое.
Ato prichyami sansiddhim yoginam param gurum purushasyeha yat karyam mriyamana sa sarvata. This is question. Это такой вопрос. А для тех, кто умирают здесь сейчас, какая же их совершенная обязанность, каков же их долг? И Шукадев отвечает: вы, может, не помните, а я повторю. Итад нибритто мананам мичатам макуту бхайам йогинам нипанинитам харинаману киртанам. А, same advice here? И здесь такое же наставление, что Шукадев Госвами говорит, ты должен воспевать святые имена, повтори харинам. Йогинам нипанинитам харинаману киртанам. You can sing. The glories of Harinama. Ты можешь воспевать славу Харинама. And all 18,000 и 18 тысяч шлок, они закончились. Он, когда он произнес весь Бхагаватам, все 18 тысяч шлок, он дает тот же совет. Что нужно воспевать Харинам, совершать Харинам Санкиртан. И здесь также, когда он услышал о славе Харинама, это значит, что он развил Сабанта-гьяну. И вот Вишнудуты, они были, действовали в качестве его гуру, самой Вайкунтхи, они пришли. И вот он начал повторять святые имена Харинам, и описывается, что Аджамил, Аджамил такая падшая душа, как он смог отправиться на Вайкунтху. И после 18 тысяч шлок в Бхагаватам говорится, такой же совет дается, когда он закончил все 18 тысяч шлок в Бхагаватам, вся суть. Бхагаватам, что это? Это Харинам Санкиртан. Нам Санкиртанам Ясо Сарвапапанасанам Пранамо Дукшашаманам Тангнамами Харим Парам. If I can explain this sloka, Дукшашаманам. Если я буду объяснять эту штуку, Дукшашаманам. Дукшашаманам means to wipe up, to erase. Значит, избавиться от любых страданий. Это возможно только тогда, когда вы обретете бхакти. И с преданностью, когда вы будете звать Господа. И слушать о славе Харинама, это есть настоящая дикша. Суть дикши, какова же суть дикши? Таннава Гхонадиви. Is bhakti. Это бхакти. So this way, и таким образом, I am speaking in я говорю кратко, put in front of you, but time cannot permit. С более подробно so времени нету говорить. И таким so образом вы получаете ответ на то, как Аджамил, он освободился, он стал свободным. From? От материального рабства. И Аджамил, он отправился в Харидвар, совершал баджан там и стал успешным в итоге.
This way also you can come out successful. Maybe previously you have done so many. И таким образом вы тоже можете стать успешнее. Может, раньше вы совершали какие-то грехи, осознанно или неосознанно. Но сейчас, когда у вас есть возможность слушать Харикатху и воспевать святые имена, повторять Харинам, через эту Бхагават-катху вы можете развить самбанда, абхидея и прайоджан гьяну. Это ваша такая секретная дикша. Будьте внимательны. Через Бхагават-катху то, что вы слушаете, вы должны развить это знание о вашей взаимосвязи с самбандху, абхидеей, прайоджану. И это есть такая сокровенная, скрытая дикша. Вы уже получили посвящение, верьте в это. И таким образом... Ямараджа, in front of Jamaraji Maharaj, перед Ямараджем, those servants, его слуги, you know, they are putting questions. Они спрашивают, о, Ямарадж, мы думали, что ты все знаешь, но сейчас мы встретились в такой ситуации, нас выгнали, как выгнали, да, прогнали нас, кто вы? Мы не могли понять, что произошло с нас, переспорили, и до сих пор мы озадачены, не можем понять, почему. Пожалуйста, проясни нам. Ямарадж начал говорить, о, вы мои слуги, но будьте внимательны. Но сидда мукша осура мануса мануса кутоно видвадхарос чарна даю 19 слока third adhyay chapter дхармам ту сакша бхагават пранитам на вай видур расайо на вите на пидева но сидда мукша осура манус мануса Кутану видвадхару чаранадаю, видвадхару чаранадаю. О, мой сын! О, мой сын! Try to understand this point. Пытайся понять это. Дхармам ту сакчат бхагават пранитам. Бхагават дхарма is actual dharma. Бхагават дхарма – это настоящая дхарма. When I was, когда я reading this, you know, glorification of Bhagavatam. Говорил о славе Бхагаватам. Там Гукарна дал такой совет Атмадеву, своему отцу. Дхармам бхаджасса сататам. Дхармам бхаджасса сататам. Тяжело кадхарамам. Севатсу севасу саду пурушан. Йохи кам тишнам. Дхармам бхаджасса сататам. Бхаджасья, it is my advice to you. Дхармам бхаджасса сататам. Сататам мани? No gapping, no interval. Значит, не должно быть никаких перерывов. All это body dharma, mind, что всю телесную дарму, умственную, все виды дарм нужно оставить. Но вы должны следовать дарме вашей души, атма-дарме, которая уже находится в нас, и через Харикатху вы должны обнаружить это. Я не говорю ничего нового. Это все внутри вас. Я просто хочу доказать, открыть ваше сердце и показать. Это и есть обязанность Гурудева. Дхармам сусакшат бхагават пранитам. Дхарма is just дхарма это given by то, что дано Верховным Господом. Она не отлична от Верховного Господа. Дхарма дана Верховным Господом, и в то же самое время она Бхагават-дхарма. Она не отлична от самого Верховного Господа. Садхармам тусакшат бхагават пранитам. Nobody compiling this Bhagavad Dharma. Никто не составил эту Бхагавад Дхарму. Она автоматически явлена. Она снизошла от Верховного Господа. Это для Него и от Него. От Него, для Него и
как сказать, все для него. Из него, от него и для него. Она никем не сотворена, и никто не может понять ее настоящее значение. И те риши-муни, они озадачены, какое решение принять. Насоу риширияса матам навиньям. I already told you from Mahabharata. Я уже говорил вам из Махабхараты этот стих. Дармасо даттям нито гуаям махаяно йено гутуса панча. I told from Mahabharata. They are all in confusion. И вот они. They are all in confusion. Those Rishi Munis. Эти Риши Муни, они были озадачены. Великие ученые, у них было так много знания, но они были озадачены, что делать, а что не делать. И вот Ямараджи Махарадж приводит такой аргумент, смотрите. Дхарма, она исходит из Верховного Господа. Никто не составляет эту Бхагавад-дхарму, она сама. Автоматически возникла. И риши, они тоже не знают настоящего значения. Напи дева, those дева, the demigods, they also confused. Эти полубоги, они тоже озадачены. You know, not siddha mukhya, those who are siddha, ma, there is a mukhya, asura manusa. Those who are demigods, those who are, you know, asura, manushya, manu, those are human beings, no vidu, kuto, where from they can know, those vidyadhar, charan, gandharva, nobody knowing anything, nobody knowing the secrecy of this dharma, secret всей дхармы. Jamaraji Maharaj speaks. И Ямараджи говорит. Jamaraji Maharaj was bound to speak. Он был вынужден сказать таким образом, поскольку. Then now Jamaraji Maharaj speaking. Это тогда было. И вот Ямарадж говорит, смотрите во всей вселенной. Twelve personalities. Actually, they are knowing about the whole. Есть только 12 личностей, которые знают настоящую Бхагавад-дхарму. И кто они? Parillad janako visma balirvaya sakirvayam Dada saite viyanim dharmam bhagavatam bhata Guhyam visudhyam durvodhyam Yam gyatyam mritam asnute By chen, Sanghur narado sambhu kumara kapilo manu Parillad janako visma balirvaya sakirvayam Dada saite viyanim dharmam bhagavatam bhata Oh my О, мои слуги, есть только 12 личностей, которые знают настоящее значение Бхагавад-дхармы. Вот он начинает перечислять их. Сангур Брахма, Нара Сангур, Нараду Самбу, Сангар, Кумар, Кумар, Чатур Кумар, Чатур Сан, Капил, Ману, Прахлад, Джанако, Вишва, Болир, Байясаки, Байясаки, мне Сукдев, Байам, Ми. Байясаки значит Шукадев. И вот эти 12 личностей, я уже говорил об этом, вы можете вспомнить. Много раз говорил, что 12 махаджан, но те, кто следует им, они тоже махаджаны. И если более в тонком плане, смотреть то, что мы можем доказать, что мы следуем этим 12 махаджанам, но очень тонким таким образом, в то время как можно не видеть, что мы следуем 12 махаджанам, следуем Шри Бхактивинодтхакура, Шри Прабхупаде, Рупи Госвами. Нет, я в прошлый раз я говорил очень научным образом об этом. Наротама Такур, он previous and present judgment and more, you know, scientific way you can. И вот там
я обсуждал, что мы никак не нарушаем наставление этих 12 махаджан, мы следуем им через нашу гуру. Если я буду следовать Шри Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу, автоматически я следую Шри Прабхупаде, поскольку никто не может доказать, даже нет ни единого случая в его жизни, когда мой Гурудев нарушил правила, данные Шри Прабхупаде. Не отлично от него. Когда я следую Шри Бхакти Прагьяну Кеша Госвами Махараджу, я на 100% уверен, что я следую Шри Прабхупаде. И эта сиданта должна быть у нас, мы должны знать это. И вот And now Yamaraji Maharaj. И вот сейчас Ямарадж. Giving so many. Он дает так много наставлений, видимо. То есть в духовной жизни есть два вида признака: татастха лакшана и сваруп лакшана. Сваруп лакшана — это то признак, в какой. То есть признаки этого объекта, они всегда есть, он никогда не отделяется. То есть это признак, он никогда не отделяется от изначального объекта, в котором находится дхарма. А татастха лакшан — это такие вторичные признаки, то есть это может... То есть это вторичные признаки. Вот, например, издалека мы куда-то едем и видим какой-то красный флаг. Мы, наверняка там какой-то храм. Можно подумать, раз флаг развивается. Может быть, может какой-то саду там и какой-то храм. И таким образом, смотри, Сваруп Лакшана и Татастха Лакшана. И вот Ямарадж говорит, он различные виды признаков приводит. Первый — Гуджьям, это сокровенное, всего сокровенного Гухьям. Вишудхам — значит чистое среди всего, наичистейшее. Дурвадьям очень сложно, очень запутанно, никто не может просто там взять и понять. Это очень скрыто, это очень чисто. И в то же самое время не так просто понять. Даже среди... Вот, выслушав так много харикатхи и аргументов в пользу этого, вот в этой шлоке говорится все же «Наям Атма». I accept you as my own. О, Верховный Господь, я принимаю тебя как с моего. Then I can. When Supreme Lord going to give you certificate. И вот когда Господь он даст вам сертификат, одобрит вас, то тогда и тогда вы можете знать все по Его милости. Иначе нет. You can put. Вы можете. Your calculation, assumption, you can go on. Что-то считать, что-то надеяться, но я снова и снова и говорил, еще раз повторю, что логика, она не может находиться на пути к абсолютной истине. Я говорил это много раз, что логика не может быть на пути к абсолютной истине. Это невозможно. И сейчас... То, о чем я говорил, Ямарадж тоже самое говорит. Ситавани вадоки ясмин пунсам дхарма парасритаха.
Бхакти йога Бхагавати таннам гханадибхи. Same thing I am speaking. So Siddhanta, I am speaking of Gita, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad, I too am speaking, huh? Yes. Same Siddhanta. Etava neva loki asmin punsah dharma parahasad. What is paradharma? Что такое парадхарма, атмадхарма? И какой уровень этого? Для этих живых существ, живущих в этом материальном мире, из их сильнее бхакти йоги, бхагавати, таннама гуханадиби. Харе Кришна, Харе Кришна, Джай Гур, Джай Нитай. Джай. Out of bhakti, и вот из бхакти, премы, преданности, если вы будете, если вы будете повторять эти святые имена, это и зовется наивысшей Бхагавад-дхармой. Если с любовью и преданностью воспеваете святые имена, то это зовется Бхагавад-дхармой. И вот Ямарадж говорит: о, мои слуги, пытайтесь понять, осознать это, настолько великое. И вот, пашьято путрака, о, мои boys, о, мои sons, try to understand this point. What is the excellent glory of Hari Nam? Come on, Ajamil so sinful activity is doing. Аджамил занимался стойкими грехами, но все же он освободился от оков материи и отправился на Вайкунту с помощью Харинама. Намоччарана махатям харихе пашьято путрака аджами лопи джена иво мритту пасадамуччата. You see the glories of Harina. Аджамил totally free from material bondage. Вы видели славу Харинама? Аджамил, он освободился от материальных оков и достиг успеха. Смотрите, какая сила заложена в Харинам. Кого бы вы ни встретили, если у него есть вера, он всегда будет говорить о славе Харинама. И тогда вы можете получить милость Бхагавана, когда бы вы ни встретили. Но, например, у него нет веры в Харинам, тогда нет смысла говорить. То есть нельзя, почему мы падаем в духовном плане. Я очень опечален, говорю это. Я никогда не хочу никого критиковать. Я не люблю критику, но вынужден говорить. Почему сейчас все так плохо? Бхактивинода Такура плачет. Я не говорю, я могу показать то, что пишет Шрила Бхактивинода Такура. 20-130 лет назад он уже писал об этом, что сегодняшние ачарьи, они не думают должным образом, то есть они не... Но они не думают о последствиях своих действий, поэтому такие результаты. Бхактивинода Такура говорит, что хотя все описывается в Харе Бхакти Виласе, но никто не хочет следовать. Если кто-то спорит со мной, могу открыть книгу и показать, где это написано. У вас нет права со мной спорить. И это слова Бхактивинода Такура. Такая ситуация в этом мире. Перед тем, как дать кому-то Харинам, вы должны проверить, если у него есть не стопроцентная, непоколебимая вера в Харинам, хочет он совершать баджан или нет. Если он даст обет, что я буду совершать баджан, и тогда Гурдев может дать ему Харинам, иначе нет. Харинам — это нечто уникальное, это наивысшее достояние во всех бесконечных вселенных, какое богатство есть.
Подумайте, это есть Харинам, это наивысшее то сокровище, данное нам Харинам, данное нам Гурудевом, я не боюсь никого. И вот смотрите, описывается здесь. О славе Харинама. И вот если вы хотите следовать этому, нельзя покупать какой-то мусор с базара, а мы покупаем только мусорные вещи. Если вы идете на рынок и пытаетесь купить какой-то мусор, смысл в этом, я даю такой пример. Поскольку это Намахата, это рынок святого имени, где Нитянанда Тхакур, он наивысший авторитет, а Шрила Бхактивинода Тхакур и другие, они говорят о себе как о подметальщиках этого святого имени. Завтра я более подробно буду об этом говорить. А мы приносим всякий мусор и в Намахату. Это грех. Это плохо. Мусор, значит, это имя, слава, положение, уважение в обществе. Зачем, если у нас нет бхакти, я могу отказаться от всего, как от мусора, если это бесполезно в Кришна-бхаджане. Те, кто наивысшие авторитеты, Шрила Бхактивинода Тхакура, они знают, как использовать деньги. Как использовать деньги для Кришна Бхаджана? Они знают, а мы не знаем. Вы не можете найти правильное приложение, правильное применение деньгам, и поэтому вы встречаетесь с проблемами. Те чистые гуру вайшнавы можете следовать. Смотреть, как они занимают деньги в Кришна-севе. Я могу... Вот Шрила Прабхупад говорил, что я не оставлю вам никаких денег, поскольку если вот будут деньги, вы не будете заниматься бхаджаном. Вы не будете заниматься бхаджаном, просто будете отдыхать. А лучше возьму в долг, чтобы потом постепенно отдавать. И вот, как так говорит сам Шрила Прабхупад. Если вы не знаете правильное применение деньгам, то вы умрете. Будьте осторожны. Никто не может спасти вас. Это Кали. Кали. So namocharana mahatvam hare pasvato putraka ajami upi jenaiva mittu pashad amuchyata. Ajamil was totally free. Аджамил, он освободился от всех своих материальных оков, и Аджамил, он стал успешен в этой жизни, он достиг Вайкунтхи. И Ямарадж Махарадж дает такое наставление Ямадутам. И кого же им надо ловить? А кого избегать? Mukunda padar vinda makaranda rasada jasram tano anayadho masato. You go and arrest them and bring them in front of me. Ловите и приводите тех ко мне, кто? Tano anayadho masato vimukhano mukunda padar vinda makaranda rasada jasram Нискинчанайра парамамса кулайра сангвайра жюстад грихе нирая ватмани ваддатишна. They are thirsty to enjoy this material world. Те, кто стремятся к наслаждению этим материальным миром, то есть те, кто не отвернулись от Кришны и заняты наслаждением. И зачем вы даете им харинам, чтобы получить какую-то, как сказать, паству, собрать побольше учеников, денег, уважения, богатства? Они асад. Те, кто отвернулись от Кришны, они асад.
Нискинчарай пармамша кулейр асангайр. Юштад грихе нирайабатмани баддатишнам. Having great, you know, те, кто стремятся к наслаждению в этом материальном мире, те, для их можете ловить и приводить ко мне, но не тех, кто воспевает святые имена, совершают садусангу, слушают Бхагавад-катху, не идите к ним. У меня нет права забирать тех, кто совершает харинам. О, мы сыновья, слушайте, будьте внимательны. Вы можете привести их ко мне. Те, кто не воспевает славу Кришны, их ведите ко мне. И когда его язык ни разу за всю жизнь не повторил святых имен, и то его сердце, его ум не занят памятованием о Верховного Господа, то его голова бесполезна. Тех, кто за всю свою жизнь даже не поклонился Кришне. You go and arrest them and bring them in front of me. I can give treatment to them. Идите и ведите таких людей ко мне, о Господь. Прости нас, мои невежественные слуги, они совершили такую ошибку. Я прошу прощения от их имени. И вот подобно тому, как Самик Муни, когда его сын Риши Симха, Шринги, он проклял Парикшит Махараджа, то Самик Рикши начал молиться Господу, что он невежествен, он ничего не знает, он проклял Парикшит Махараджа, Махабхагавата. И я прошу прощения за него, он невежествен, не знает, что он делает. И вот Ямарадж просит прощения, о Господь, прости их, они не знают ничего. Чантир гарьяси нам Пурушаю хумне, Пурушаю хумне. Так чамматам са Бхагаван Пурушо Пуран Нараяна, са Пурушоир ядасат критахана. Санам ахо на видюсам рачитан джалинам, Чантир гарьяси нам Пурушаю хумне, хе Прабху. О, Господь, и мои посланники, они совершили ошибку, и я прошу прощения. Так чамма там са Бхагаван Пурушо Пурано, Нараяно са Пурушо Ир Яда Сад Критана, Санам Ахуна Видусам Рачитан Джалинам, Чантир гарьяси нам Пурушаю ту бхумне. Хе Бигу Пуруш, хе Нараян, Нараян, я прошу прощения. This way actually, и таким образом Ямарадж, он всегда молится Господу. This way, you know,
И Парикшит Махарадж здесь. Четвертой главе вы можете вспомнить о прачетах. И вот 10 прачетов, я уже говорил об этом. 10 прачета going to do. Они встретились с Шанкар Бхагаваном, получили от него милость. Рудрагита это называется. Их, они по мантру, которую он их дал, они повторяли эти мантры. И они встретились с Верховным Господом. Они совершали баджан под водой 10 тысяч лет. Они достигли успеха. Верховный Господь благословил их. О, прачеты, идите, живите совершенной семейной жизнью. И прачеты, после того, как получили милость Верховного Господа, они вышли из-под воды, они посмотрели, что одни деревья, растения, и даже некуда идти, они с помощью огня из своих уст, они начали сжигать деревья и растения. И тогда смотрите, что случилось. You know, then they actually now they actually one you know daughter already kept. I already told you from Lodge. Actually, I told you one Kanya, И вот Кандумуни Прамлуча Апсара. От них вот у них родилась дочь, и они оставили, и с деревьев заботились они. И по наставлению Верховного Господа они женились. На ней деревья они отдали им ее в жены, что вы можете жениться на ней и исполнять свои обязанности. Ну, в смысле, обеты даны отцу, и они совершали баджан в дальнейшем также. Прачеты. И от прачетов. У них был сын, да, его Дакши звали. Then Daksha, you know, he is already getting instruction to increase in a population. So anyway, Daksha giving birth to his Hariyasa. Его обязанность была увеличивать население и Хари. 10,000 boys. И он родил 10,000 сыновей. They took decision that now Daksha speaking, you can go increase. Даксха сказал, что нужно. You can go and increase in population. Размножаться нужно, увеличивать. Now they took decision. Размножаться нужно и. Они отправились совершать баджан, и потом, так или иначе, они встретились с Нарады, и обязанность Нарады вести вас должным образом, давать хорошие советы. И Нарада, он пришел к ним и начал говорить: «Вы хотите начать семейную жизнь? Да, о глупцы, слушайте сначала то, что я вам скажу. You are going to be put into such a river by your father, who is a two kind of flowing. Ваш отец хочет поместить вас в реку, которая течет в двух направлениях. Как это возможно?
After that, so many things. Он начал Kudvaka, it is called, you know, говорить им. Secretly, very topmost thing. Kudvaka. Kudvaka means. Kudvaka. You have to understand with your fine brain. То есть это некие вещи он говорил, которые нужно понять таким тонким разумом. Просто как умом понять это тяжело. Нарада он говорит очень такую возвышенную. Возвышенные вещи они слушают, но не могли понять его. Он объяснял им, что к чему, и потом они поняли и сказали, что мы решили, мы не будем входить в семейную жизнь, будем совершать баджан. И они не вернулись назад, они отцу обещали вернуться дакша. Это тот дакша. Now coming in this life as Prachetas Daksha. Он опять родился как Прачетас Дакша. Very angry. Он очень разгневался. 10 000 сыновей я родил их и что дальше? Как я могу дальше жить моей семейной жизнью? И он опять начал опять. Then after that Haryasa again 10,000 the Savalasya. Потом у него опять родились сыновья, он думал, что они его будут слушать, и он сможет выполнять наставления Брамы, продолжать свой род. И они тоже сказали, отец, перед тем, как войти в семейную жизнь, мы хотим совершать баджан, чтобы обрести силу. Ну хорошо, но вернитесь быстро. И вот они пошли совершать баджан, и они встретили народу по дороге. Нарада сказал им то же самое, вы знаете, я слушайте, что я вам скажу. И Нарада опять начал говорить, что они развили непривязанность к семейной жизни. Они разгневались, и когда Дакша, it is you. Дакша узнал, что из-за Нарады они все оставили все намерения жить семейной жизнью. Он начал возмущаться, что из-за тебя я все потерял. Первые 10 000 сыновей мои пропали, вторые тоже пропали, и поэтому я прокляну тебя, чтобы ты нигде не был, ни в какой браманде ты не можешь долго находиться в одном месте. И Нарада сказал, хорошо, я принимаю твое проклятие, поскольку это очень благоприятно для меня. Чем больше саду путешествует, тем больше он получает блага отовсюду. И хорошо, я не спорю. И вот смотрите, дальше после этого сошел с ума почти. И дальше он... Думал, что же дальше, и он пошел в Агамаршу, где такое место паломничества есть, и там Дакша, он совершал баджан, очень такой аскетичный баджан. И вот после... Хамса стутра, точнее, это та стутра, с помощью которой, ну, это вне описывается, как Дакша совершал баджан, потом Господь стал доволен им. И он благословил его, чтобы он продолжал творение дальше. И I forget to speak first. You went to do bhajan there after getting kipadhi. So here's Asniki. I told you, and actually, as the mother of Daksha, Asniki, that the daughter given by the trees. Daksha Asniki, как-то так звали это. Дочь этих деревьев, которые выдали замуж за Прачетов. А Дакша был. Сыном Прачетов, и дальше женился на Панчаджоне. Харьяса, Саваласа, но первое, он совершал баджан в том месте.
what place? The Agamarsha. Агамарша место называлось. Then first batch of 10,000 и gone, second batch первые of сыновья пропали, gone. Потом вторые пропали. Потом Дакша принял решение, что делать, а что не делать. Он разгневался. Он проклял народу. Then took decision to give birth to 60 daughters. Решил, because anyway, the Naraji cannot misread them daughters. Он решил родить 60 дочерей, ну по крайней мере, Нарада не будет дочерям давать какие-то советы. So 60 daughters, with 60 daughters. Думал так. Dakka going to offer. Дакша, он 60 daughters of different, you know. Он хотел выдать их замуж за кого-то. Вот из них 10 дарме в жены отдали. Кашьяпе 13. 27 Чандрама Сомадеву. А всех остальных Бути и Ангири. Потом каждому по две, Бути, Ангири и вот этому третьему. Остальные четыре тарки. They are going to give birth to different kind of. И вот они родили разных детей, и этот материальный мир так продолжался. So this world is now full of, you know, different kind of creatures, some snake, horse, cow, tiger. И вот в этом мире много всяких живых существ. All they have their separate mothers. У них разные матери от. Ну, от кого они рождаются, соответственно. И таким образом. This way, you see, they are now going to increase their, you know. Они продолжают творение и every one of them, каждый. They are giving different kind of, you know, species, giving birth. This way, they are, genetical factor. И вот постепенно они так размножались. И сейчас мы идем, дошли до следующей главы, седьмой, шестой песни, и Парикшит Махарадж спрашивает. Почему Брихаспати Девагуру, он разгневался на Индру? Почему и как это случилось? Парикшит Махарадж спрашивает Гурудева: о Гурудев, мы слышали, что Брихаспати очень разгневался, он оставил это место. And after that, после, those demigods are bound to take shelter. Те полубоги, они вынуждены были принять прибежище у Вишваджита. Как это возможно? So how this happened? И как это случилось? Now Sukadeva Goswami speaking. Еще Сукадева Госвами говорит. It is a long time ago. Давно. One day. Однажды. Indra Maharaj. Индра. Sitting in his helm, он сидел in his chair, на своем троне, очень гордый. With Sachidevi, wife, и Сачидеви, его жена была слева. Он наслаждался. But, you know, while he was sitting, и пока он сидел there, in his own, you know, singhasan, на своем симхасане, Брихаспати Гурудев coming there. Пришел Брихаспати, его Гурудев. He could see that Брихаспати Гурудев coming. But he was so fucked он up. Он мог видеть, что Брихаспати пришел, но он был очень горд и слеп. How Indra is blind? Как Индра слеп? У него же тысяча глаз. Сахастра,
It's quite natural. Somebody asking very nice question to me. Спросил у меня о Махарадже. Lakshmi Devi having so much riches. У Лакшми настолько богата, она богиня процветания. А почему Лакшми выбрала? As is, you know, why Lakshmi Devi riding owl? Owl, you know? Почему она? Night time one bird cannot see in daytime. You know? Сове ездит. Night time they fly. It's called owl. I say why not? It's very good. То есть она богата, могла бы на слоне там ездить или еще на ком-то, на коне, на крайний случай. А почему на сове? Поскольку те, кто богаты, они становятся слепы. Если Лакшми приходит в жизнь кого-то, он становится слеп. И поэтому Лакшми ездит на сове. То есть, если куда-то приходит, тот человек, он становится слепым из-за своего богатства. И он уже не может видеть, кто саду, кто не саду, поскольку у него слишком много денег, он ослепляется таким образом. Это смысл, почему он ездит на какой-то совет. Если в вашу жизнь Лакшми придет, вы тоже можете ослепнуть. И согласно времени, места, обстоятельствам, Кришна дает такие возможности. Зачем просить чего-то большего? И вот Брихаспати пришел на это собрание, и Индра смог видеть, что Гурудев пришел, но он был слеп, ослеплен своим богатством, он даже не встал из своего трона и не поприветствовал Гурудева. И Брихаспати, он мог понять, что он возгордился, я должен оставить его и показать, дать урок ему, и Брихаспати ушел. И после того, как ушел Брихаспати, Индра начал плакать: «О, мой Господь, мой ум, я попал в Майю, я не смог выразить должное почтение моему Гурудеву». Он наверняка обиделся. Then following, where is Gurudev? Пошел искать, где же его Гурудев? Я должен просить прощения, но Гурудев уже ушел. Гурудев ушел. Gurudev banish. Nowhere he can find. Gurudev не мог найти его нигде. Где же он ушел? И Гурудев ничего не сказал. Он исчез. И вот он искал, но не знал, что делать. Они пошли к Брахме, сказали, что совершили ошибку, мы совершили. И какой баджан можем совершать без Гурудева, мы потеряем все. И Брахма сказал: да, ты будешь получать результаты тех действий, которые ты получал, ты будешь страдать, да. Ты совершил оскорбление. You have done. И поэтому иди и страдай. Я могу посоветовать тебе идти к Вишварупе, он очень могущественный. Он может быть вашим браманом, который может давать вам советы, проводить яги и прочее. С помощью Вишварупа вы можете это делать. Я вот единственное, что могу посоветовать. И вот он пошел. Иди и попроси его. Индра и другие полубоги, они пошли к Вишварупе. Трошта такой полубог есть, но его жена из демонов происходит. Из асуров, из Канья. Anyway, I can come to this point after. Ну, имеется в виду, Вишваруп был, он был сыном такой полубога и демона, и они пришли к Вишварупе и сказали, что наш Гурудев ушел,
ты должен помочь нам совершать яги и прочее. И он был готов. Он молился. Because Brahma already speaking in front of the three gods. Поскольку Брахма уже сказал полубогам. Brahma speaking. Aho bato suras sreshtahi avadram vakritam mahat. You have done a great mistake. Ты совершил великую ошибку. Brahmistam brahman danta maisariyat nabhanandata. Out of your riches, affluences, you ignore your guru. Из-за богатства ты оскорбил Гурудева, ты должен страдать. И я смогу тебе посоветовать, ты должен советовать так все равно, но иди к Вишварупу, он поможет тебе в совершении яги и прочее. И вот они пошли к Вишварупе, начали возносить ему молитвы. अध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्रह्मणं गुरुं यथांजसा विजेस्वामो सपत्न्याम स्तवतेजसा 32 श्लोक ब्रिनी महे वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू मैं प्रिनिमायम तिब्या एस यू नो Гуру, как наш гуру, брахмана гуру, потому что брахманы не автоматически гуру, и ты можешь помогать нам. Брини махи ту упадхайам. Упадхай значит один из гуру, который может помочь понять вам какие-то вещи, совершать яги и прочее. Брини махи ту упадхайам брахмиштам брахманам гурум ятха анджаса виджесвамаха са патня става тейджаса. So you have your power. So we are going to take power from you, and we can, you know, come out successful. So this way, Rishivacha abhartita hosuraganir paurahitte mahatapa sa vishwarupastanaha prasanyo snaknaya gira. Very soft way, gentle way. When he is being prayed, when he is being prayed by our demigods, O Tato, help us. Then полубоги молились ему. Паурахитте махатапаха са виссу рупаха стану ахо прасанья снакная гира. Very softly. Yeah, very powerful tapasi. So, you are praying. After that, Vishwaru started speaking. Okay, I can help you. И вот Вишваруп сказал: хорошо, я вам помогу. И после этого много чего случилось, и Вишваруп начал совершать какие-то яги для них. И во время яги Вишваруп, он, поскольку его отец был полубогом, а мать с демоницей, но он имел какие-то отношения с ней, со своими родственниками, демонами, и поэтому он совершал яги при... Он как бы открыто подносил все полубогам, а скрытно демонам. И Индра, он долгое время не понимал, что происходит. Но вдруг он увидел, кому он тут предлагает еще. Он вслух повторял имена полубогов, но тихо предлагал демонам. И Индра, он обнаружил, что он делает. Он предлагает демонам наше подношение, и он взял саблю и отрубил ему голову. А он, у него еще три головы было, он их все отрубил. Oh,
и все начали возмущаться, что случилось, такая проблема, ты такой великий аскет, такой могущественный браман. Индра убил его Вишварупу. И в то же самое время он принял его как гуру. И он еще и браман, к тому же, еще и во время яги, это так тренуя. И Индра говорит, Индра смотрит, он испугался, что случилось, Брахмахатья, он убил брахмана, и этот грех к нему летит в образе обнаженной страшной женщины, и отвратительный запах возник за километр. Индра пытался убежать от нее, но куда? И после этого Indra, what to do? Going to take, you know, center under a lotus feet of Lakshmi Devi there in Manasarovar. Что делать? И он принял прибежище у Лакшми Деви в Манасароваре. Там лотос. А Лакшми в Падма, в лотосах обычно, Лакшми пребывает обычно в лотосах, в моче коровы, Ганга пребывает, вы не знаете. В навозе коровы, там Лакшми, мы не должны, уважать его всегда, когда вы подходите к Гомате, вы должны поклониться, корове и прикоснуться к ее стопам и пыль взять себе на голову. Стоп, копыт коров. И таким образом, еще погладить можно корову, корову тоже очень нежно обычно. И вот Индра принял прибежище в Манасароваре, в лотосе, где пребывает Лакшми Деви. И Индра не было, искали, где же наш царь, никто не мог найти его. How to live? А как же жить? Because you are taking chapati dal, chapati. Ну вы живете, поскольку едите какую-то пищу. Но что ел Индра? Когда вы совершаете жертвоприношение, Агнидев. Это обязанность Агнидева донести все ваши подношения, которые даны огню. Агнидев, он это все доносит до Индры, вот это твоя доля подношений. Но Индра находился в воде, и Агнидев, он не смог принести. И вот Риши Муни, они думали, что же делать, кто возьмет ответственность за этот грех. И решили, что Бхуми – это земля, вода, и женщины и деревья, они все разделили последствия этого греха, убийства брахмана. They are taking in the form of some, you know, juice, some juice coming. No, when you cut, видите, some you деревьев текет, течет из-за их. In water, like bubbles. Вода, пузыри в воде. Bhumi, земля. Brahmotapap taking. So Bhumi taking. И земля, когда. Automatically, when you are digging one place, you keep on water. Automatically, it can get covered up.
Ну, как бы что-то выкопали, какую-то яму, потом яма она сама как бы зарастает, засыпается. А женщины в форме месячных появились у них. И, но в то время, когда у них месячные, они не должны никому прикасаться, ни к чему тоже. Многие преданные женщины спрашивают, что же делать во время месячных. Я говорю, ничего не надо делать. Физически просто никого не касайтесь, повторяйте. Харинам, можно ли Харинам повторить? Можно. У вас особое время слушать Харикатху и повторять Харинам. Из Вриндавана один Ачарья перед многими людьми спросил меня, что, а как, что делать женщинам? Нужно ли Харинам оставлять или нет? Я говорю, нет, не надо, поскольку мне такое бывает, что Харинам нельзя повторять во время месячных. Я возразил, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху уже сказал нам, что спите вы или едите, всегда Харинаму творите. Нет времени никакого ограничений по времени, ни по пространству, ни по всему остальному, но все равно женщины не должны никому прикасаться во время месячных и совершать харинам, санкиртан, слушать харикатху, подносить они как бы Господу ничего. Не могут прасади мала тоже сюда носить, не могут во время месячных, потому что оскверниться, я потом не могу говорить харикатху. Я много случалось, есть какое-то осквернение на тонком плане, я, у меня не говорится харикатха, так нет настроения. Нет вдохновения. И вот я должен поддерживать чистоту. Будьте внимательны, вы всегда чисты, когда помните Кришну, вы помогаете мне. То есть вы Индре как бы помогаете избавиться от последствий греха Индры, и за это милость получаете. И поэтому, так или иначе, последствия этого греха раздали, вот, вышеперечисленные. Индра освободился, вернулся от Манасаровара, принять опять свои обязанности в качестве царя, и тогда... In the meantime, во время the father of Vishwarupa, отец Вишварупы, Упадхай, он браманом был. Упадхай, он in favor of those demigods, Indra accepted him doing yoga. Поскольку он был гуру полубогов, и три случая, то есть во время яги кого-то убивать, это запрещено. Еще Гурдевам, их не был, еще и Брахмана, то есть сразу три, ну, может, что-то там сказать, отругать его, но убить это вообще плохо. И вот, в общем, Индра освободился так от последствий своего греха. И он вернулся тем временем. Отец Вишварупа очень разгневался. Я убью Индру. Кто такой Индра? Он организовал огненное жертвоприношение, чтобы из него родился враг Индры. Вирбхадра, Махадев, я уже говорил, уже из его волоса. Он взял, родил Вирбхадру и Дурваса из Критва. Из какой-то травинки или еще чего-то. Из этой яги в Ритрасу родился подобен. Ну, такой демон. Он, его тело, оно касалось облаков, настолько высок он был. И Трошта сказал ему, ты должен убить Индру. Он наш враг.
Но во время яги, те, кто совершают ягью, и по милости Майя Деви, они ошиблись, не мантру не произнесли должным образом. Поскольку есть три вида произношения в санскрите: громко, среднее и тихо очень. Но также правила и предписания. Если вы будете произносить мантру согласно вашему произношению, значение может измениться. Как пример такой. Вот это они хотели сказать. Вот. Первое, кратко мы сказали, потом долго. А значение изменилось от этого. Первое, мантра означало, что враг Индры может родиться. А второе, Индра, враг Индры, обрети силу, враг Индры. Understand, you see. Indra is enemy. То есть Индра враг. But he's the Brahman speaking mantra in such a way. Brahman произнес мантру так, что Индра the enemy get power. Not that. Что Индра враг. Он обретет силу. То есть что не враг Индра станет могущественным. Индра станет могущественным. И результат стал противоположный. Вритрасур родился из этой яги. Сказали: «О, мой сын, сражайся с Индрой, убей его». И вот он пошел на поле боя, начал сражаться с Индрой. Но перед этим я должен сказать, что Вишваруп после яги хотел дать Индре такую мантру, что никто не может убить его. Я забыл сказать, но Вишваруп собирался дать Индре такую мантру, чтобы никто не мог убить его. Это Нарайана Кавача зовется. Очень опасная мантра. И Вишваруп описывается дальше. Jaya Gupto Sahasraksha Savahan Ripusainikan Kiranivo Vinayatya Trailokya Bhavujasriyam Bhagavan Sanmakshahi Bharamo Narayanattakam Yathatatainaha Satruna Jino Gupto Ajayatmrade Thibadrani Vacha Vritaha Purohita Trashto Mahendrana Pichate Narayanaksham Bharamahu Tadivai Kamanasrino. We are now Visuru Vacha, now Visuru speaking. И вот Вишваруп говорит, что он говорит. I can speak some, not all. Сказать что-то. Вишваруп бачо. Некоторые. И вот Вишваруп говорит, Индра. Он. Вишваруп бачо. Дхоутангри прани рачамно сапавитра уданмухо крито сангу караньясо мантра бьян бхагу ятхо сучи нараяно парам бармо Sanyajhed bhayamagate padayor jano urvor urudare yiddottharosi mukhe sirasyan purvat pumkara dini vinyasit ung namo narayanati viparjayam mathapiba karanyasam tataho kuryat dadushakshara vidvaya pranavadi Якаранто мангулли ангушта парвасу
Насет хрдаю умкарам викару манумурдаси мурдани якаран ту бур рубармадхе накаран сикаянасид викарам неттайор жунжан накарам сарвасандису макарам мантамуддишо мантамуттир бхаведбудхо сависаргам фалантам твам сарвадикшу винирдисет ом виштаве нама ити Атманам парамам дхайет дхийам сато сактир виютам видьятти йоха стапо муртим имам манто мудахарет. So many mantra. I don't like to speak. No time. И вот много мантр разных, но времени нет все повторять. Вам эти мантры нет нужды повторять. Бхакти от этого вы не обретете. Цель Индры нету. Цель Индры нет обрести Бхакти. Здесь это мантра, но подобно тому, что мы просим Нараяну нам как-то послужить так, так и так. И вот после... После этого, I already told you this way. Now you know. Now actually, Vittasur coming in front of Indra and fighting with Indra. И вот Vittasur пришел к Индре и начали они начали сражаться. Big fighting going on, but in front of you know Indra. Но перед Индрой Вритрасу он был очень могуществен. Индра не смог сопротивляться. Индра решил пойти к Дадичи Муни. Нас побеждают, Вритрасу побеждает, мы не можем победить. Он настолько силен. И по наставлению Бхагавана, он пошел к Дадичи Муни. Он совершал баджан, он был очень могущественным святым. И что ему нужно было? Ему сказали, что если из костей Дадичи Муни могут сделать тандер, этот палец, и эта астра, она очень могущественна, она может убить его, Вритрасура. They are coming and praying in front of Dadichi Muni. Они пришли, начали молиться ему, а Дадичи начал смеяться, кто составит свое тело. Ты же такое просишь, что для этого я должен тело оставить. Но сказал, ну хорошо, я оставлю свое тело. Поскольку саду, он может сделать все для блага других. И вот он сел в йогическую асану, оставил свое тело, и Индра собрал кости этого риши. И сделали Вишвакарму, сделал ваджру. Инженер райских планет, это ваджра, она была очень могущественной, ей можно убить Вритрасура. И вот началось сражение. Хе випрачите намучи Пуло мано, мая, бачен, маян, орбано, самбаро, хе, бачен, мес, сринудхьям. 31 слога. Why you are flying? Почему вы уходите, о асура? Вритрасу говорит, асура, куда вы побежали? Это тело, вы все равно оставите его. И это хорошо, если вы оставите его на поле боя. Вы отправитесь в рай, а вы куда-то бежите. Ятасо метту друго ева сарватхо пратикрия ясо начехо клоктя. Ятасо метту друго ева сарватхо. No solution of death. Нет никакого решения для смерти. Anytime you take birth, you will have to die. Всего вы, как если вы родились, вы обречены на смерть. И Вритрасу говорит. Ятасо мртур дхубо ево сарватхо
патикрия ясу на маче ночего клапта. Up to now, no solution of mitu. И вот нет никакого решения смерти. Так или иначе, вы должны встретиться с смертью. Почему же вы бежите? И Шукадев Госвами говорит, смотрите, началась борьба. И Вритрасу был настолько могуществен, что одним шагом он ростом до тучи. И как только он наступил, он просто своими ногами раздавил этих... Но если на кого-то наедет машина, что случится? Так и он просто начал топтать этих полубогов, они пытались убежать. Индра. Now sometime Indra, you know, sometime one, you know. Vittasur is speaking. You are number one enemy. Indra смотрел на это. You are killing my brother. Вритрасур начал говорить, ты мой враг, ты убил моего брата, он был лучший из браманов, и ты вначале, прежде всего, ты принял его как ачарью, как гуру, и ты еще и убил его во время яги, поэтому я не прощу тебе этого никогда. И Вритрасур говорит, Брахма, Гуруха, Бхатриха, Чо. Брахма, first of all, you kill Brahman. Ты убил брамана. Гуру, еще занимающего положение гуру, еще и мой брат, и поэтому я отомщу. Дриштва, дришта бхавану, дришта, но дришта, дриштвана, дришта, дришта бхавану ме самавастхито рипур йо, брахма, гуру, бхатриха чо. Now I'm going to take revenge. И вот я отомщу тебе за все это, и... Vritrasur concentrating his mind. Vritrasur, он начал думать о своем Гурудеве Санкаршане и возносить молитвы. Санкаршанаяя мано ядаху Санкаршанахаста чаранаравинди тадвайро рангхалулито грама пасагатим мунерджаму мунерджами апавиддхалокаха. Actually, Aham samadhaya mana yatha aho sankasanta charanarvind. Hey Indra, now I concentrate my mind onto the lotus feet of Sankarsana. О лотосных стопах Санкаршана. And your bajra и твоя ваджра, она не, your bajra не избежать мне ее, она не может пройти мимо цели. Ты можешь стать успешным, поэтому давай кидай ее. Я готов оставить мое тело, это демоническое тело, и я обрету место, как у Муни Риши, ту обитель. И я не боюсь. Мунера яма апабиддха лока. Апабиддха лока мае, there is no sin. I am going to climb that eternal abode. Yeah. There is no sin. Я хочу возвыситься до той обители, где нет понятия о грехе и добродетели. И Вритрасу такие молитвы возносит. И это его наставление, которое мы должны помнить всегда. Мадха Калир Вьясанам Сампраяса Твайр Байрикика Бхаджан Пумсам Килайкам Тадхиям Сатах Саканам Ясам Паду Диви Бхуму Расаям Наврати Джаддеса Удвегу Адхир Мадха Калир Вьясанам Сампраяса. Supreme Lord, when love you, never allow that kind of property which is going если Верховный Господь любит вас, Он никогда не даст вам столько богатств, которое
принесет вам беспокойство и проблемы. 22 шлока с 11 главы. You see, 11 chapter. No nākupiṣṭam, no pāramiṣṭam, no sārvabhaumam narasādhipatyam, no yogasiddhir apunarabhavamba, samanjasaha tvāvirahajyakāṅkhe. Vāñcākar putarvusya kipāsindu bhavishapatitāṁ pāpane bhavishnabhyo namo namaha. I'm chanting Harinam and I'm listening for Harikatha, but I have no initiation officially. Okay. Am I doing bhajan or not? Now, actually, if I answer, it will take time, long time. Tomorrow I can give answer. Very nice answer. Usually give this answer. Actually, you are not Parikshit Maharaj. So you cannot expect true Harika. If you are elevated up to that point, вот according to your previous sanskar, возвышены до того уровня, как Парикшит Махарадж, что с помощью Харикатхи вы можете получить посвящение. Это может считаться посвящением, хотя благо, то есть если я буду говорить так, порядок в обществе нарушится, но слушанием Харикатхи вы можете обрести наивысшее благо. Будьте искренни и слушайте. На самом деле, после первого Брахмачарьяпапа, когда он убил Вишварупу, когда последствия этого греха пришло, чтобы забрать Индру, то Индра разделил этот грех на четыре части, раздал его деревьям, воде, земле и женщинам. И вот они взяли на себя последствия этого греха, и он освободился от Брахмачарьяпапы. А после того, как он убил Вритарасура, то второй раз, когда этот грех уже пришел, то Индра, он спрятался от него в Манасароваре, принял прибежище в стебле лотоса. Надо было сказать это после убийства Вритарасура, но вместе сказал. Как во время того, как Майтрея рассказывал о Варахе аватаре, он должен раздельно было сказать, но сказал все вместе.